Надежда Михайловна Муратова принимает поздравления с юбилеем. Ей исполнилось 90 лет. Здоровья и долголетия в этот день Надежде Михайловне желают не только родные и близкие. Поздравить ее пришли бывшие коллеги, ветераны Пензенского управления строительства. С 1962 года Надежда Муратова работала геодезистом, помогала создавать Заречный, участвовала в строительстве Пензенского аэропорта. Была очень серьезная такая стройка. Все было расписано по минутам. Взлетно-посадочные полосы лились из бетона высокопрочного. И надо, чтобы бетон схватывался одновременно. Дежурили круглосуточно и выверяли каждую точку. И вот Надежда Михайловна и другие геодезисты постоянно находились на рабочем месте. Надежда Михайловна не только добросовестно трудилась, она успевала еще и активно участвовать в общественной жизни коллектива. Она была капитаном женской волейбольной команды «Строитель». 10 лет они занимали первые места в городе. Первое, второе с заводом делили. Первое, второе, ниже не спускались. И она капитан бессменный. В этом году Надежда Михайловна стала участницей совместного проекта госкорпорации «Росатом» и фонда «Память поколений». В рамках программы ей вручили инвалидную коляску с электроприводом и другие необходимые вещи. Цель проекта – оказание адресной помощи ветеранам, живущим в городах атомной отрасли. Участникам войны и труженикам тыла прислали нуждающимся, кому инвалидные коляски, кому слуховые аппараты, памперсы и все, в чем нуждаются наши уважаемые ветераны. В этом году участниками проекта стали более 20 зареченцев. Помимо медицинского оборудования и средств первой необходимости, ветераны получили путевки на прохождение санаторно-курортного лечения. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».